Месье, вы меня слышите? Поехали! Быстрее, давайте! Когда ему стало плохо? 40 минут назад. Ничего не понимаю. Да вот же, смотрите, пятно. Огромное пятно вот здесь. Наверняка что-то страшное. Это нижняя часть диафрагмы. Купите уже очки, черт возьми. А прошу, вы кто такой? Из какого отделения? Нет, я же не доктор. Да это же пациент. Дмитрий, я очень серьезно болен. Кто впустил эту тварь? Выйди. Да, но я же помираю. Выйди из моего кабинета, ура! Прошу прощения. На чем мы остановились? Постоянный стресс, да? Можно я у тебя сегодня переночую? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Дмитрий. А, чё? Ты чё, обупел? У меня болит голова и немеет затылок. Чё случилось? У меня кровоизлияние в мозг. Для кровоизлияния в мозг как минимум нужно иметь мозг. Как дела? Ничего, только вот что-то простыло. Если он ипохондрик, ему психолог нужен, а не врач. От чего ты собрался его лечить? Неприятно, а? Да, есть немножко. От самой страшной болезни. От одиночества. У него появится баба, и он оставит меня в покое. Ты мужик, понял? Да. Эта баба тебя хочет. Меня все хотят. И побольше тестостерона. Ага. Я смотрю, вам лучше. О. Твоя сестра – женщина моей мечты. Я ударю тебя. Нет, не волнуйтесь, все хорошо, я врач. Это мой пациент, это осмотр. Сколько с меня?